все есть. Бесстрашная. Так, все, камера включена. Всем привет. На старт, внимание. Ё-моё. Просто делай пару шагов вперед. Сейчас назад потянет вас. Немножко потянет. Так, и полетели прямо. Круто! Блин, как это клёво. Нет. Это вообще реально супер. Страшно там сзади, где мы стояли, там страшно. Да? Ну, пока не летишь. Блин, как это красиво. Это вообще бесподобно.
лыжный курорт Курдом. Уже подумывают. Смотрят на нас, говорят, да тут не особо страшно. Я думаю, им хватит. Если добавить трюков, то им точно. Да. Не, ну они уже просто после винишка храбрость увеличилась, да. Поэтому тут надо подумать еще, прежде чем их отпускать. А то там есть такие кандидаты. Ну, максимум, что они смогут сделать, это их просто укачают. Да? Ну а все остальное от них же не зависит, от того, что безопасность обеспечивает воду. А вам вот этого не устали целый день летать? Нет. Это же тоже как-то напряжно, я думаю. Когда привыкли? Начинаешь, конечно, напряжно. А если там. Ну и тяжело, когда-то... вы же управляете этим всем. Ну, честно, я об этом не думаю, оно автоматически уже происходит. Это же нагрузка на руки какая. Мы постоянно занимаемся физической подготовкой, у нас это не нагрузка. Да. Поэтому в этом плане запас большой. Очень красиво. Боже, какие горы вокруг. Вообще не было ветра, да? Ну, мало, да. Сейчас, может, не сезон или нет? Да нет, сейчас нормальная погода, сегодня хорошая. Да? А вон там, вон, видишь, слева, если глянуть, туда та гора, это и есть Казбек. Да, вот это и есть Казбек? 5000 метров, да, да. Ее отсюда видно. Вообще класс. Ну, вы ее увидите, когда вы подъедете туда, там будет тоже красивый поставочек. Да, туда направляемся. Да, там тоже красиво. Понравится. По поводу трюков, спрашиваю еще раз по самочувствию, все нормально? Не, нормально, да. Только вот эту штуку я должна держать, да? Она никуда не денется, если вы даже потеряете сознание и уроните ее, она все равно все будет в порядке. Мы не будем делать ничего серьезного, мы будем делать аккуратно, потихонечку разгоняется. Я буду периодически спрашивать ваше самочувствие. Хорошо. Лучше так не держаться, по той причине, что металл, для рук не очень хорошо. Тогда лучше... Да, вот так лучше держите. Там не будет огромных перегрузок, будет, вполне адекватно.